Привет! У многих из нас на работе или дома стоит компьютер. С монитором на столе, большим системным блоком и неудобными проводами. Но не каждый знает, что современный ноутбук может стать отличной заменой десктопу. Компания Samsung представляет RF710 – все, что нужно для комфортной работы, но в одном мобильном корпусе. В линейку RF входят два ноутбука – RF510 с диагональю дисплея 15,6 дюйма и 17-дюймовый RF710. Оба ноутбука выполнены в минималистическом дизайне. Корпус устойчив к небольшим ударам и падениям. Новинки оценят и заядлые геймеры, и любители мультимедиа. Козырь RF710 – производительность. В ноутбуке стоит мощный четырехъядерный процессор Intel Core i7 или Core i5 и новейшая видеокарта NVIDIA GeForce GT420M с 2 гигабайтами памяти. Вместе они превращают RF710 в игровую станцию и домашний кинотеатр. Ноутбуку по зубам современные игры, графические программы и видео в формате HD и HD+. Двойной док для жестких дисков обеспечит вас терабайтом памяти для фотографий, фильмов и музыки. Впечатление от игры и кино будет неполным без хорошей картинки. Тут RF710 вас не разочарует. У ноутбука качественный 17-дюймовый HD или HD+ LED дисплей, выдающий кристально чистые и яркие цвета. У Samsung RF710 4 USB-порта, 2 из них версии 3.0. Это значит, что вы сможете передавать файлы в 10 раз быстрее. Bluetooth тоже самый новый, 3.0, он быстрее предыдущей версии в 8 раз. Технологичных фишек у ноутбука масса. Картридер 4 в одном, специальная технология улучшения звука, порт Sleep & Charge для зарядки устройств, даже если ноутбук выключен, а также технология Fast Start, она позволяет запустить ноутбук за 3 секунды. Новый ноутбук Samsung – это сочетание минималистического дизайна и мощнейшей начинки, достойная замена настольному компьютеру. RF710 для тех, кто не привык выбирать, а любит получать все и сразу.